Ну что сказать, после моего рекордного подъема, той тренировки в пятницу с Игорьком, в воскресенье я заболел, было как-то непонятно, вроде все нормально, кроме что там печенка срабатывает, ну ладно, печенка срабатывает, так. Я еще там гулял, все это ходил, но потом все хуже, 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 слабость, хотя нюх и вкус обострились даже. Ну и вот только-только по стулу я определил, что печень стала нормальная, лучше, чем до этого была. И вот я начинаю заниматься. То есть я до этого сделал такую легенькую тренировку, совсем легенькую, с такими весами. Сейчас немножечко побольше попробую. Конечно, восстановление еще такое неполное. Вес меньше 100 килограммов. Вот, но тем не менее... Легенькую я сделаю. Вот так вот предварительное замечание. Подымал, опускал, и с победой домой он вернулся. Так, ну что, я начинал всегда примерно с 360 килограмм. Ну, попробуем и сейчас это сделать. Тренажер настроен, все как положено. Смазано. Работает супер-дупер. Ну, легонько так, легонько этак. Весочек хороший. Кстати, если раньше у меня, когда я там болел гриппом, там простудой, вот, знаете, ломило суставы, спину и так далее, в этот раз никакой ломоты. Ни в пояснице, ни в суставах. Потихоньку проходит одышка. Одышка, задышка. Одышка, задышка, задышка, одышка. Так, да. Повесим на перекладинке. Ну, настроимся, как говорится, и посмотрим, что у нас будет получаться. Самое интересное, место уже стало энергетически более сильным. То есть мы наработали здесь, вот именно вот здесь вот энергетику, сразу чувствуется это. Ну, посмотрим. Вес пошел. Так, 360 одолели. Ставим 400. Ну, как правило, с этого упражнения идет настройка. Настройка на энергетику там, и так далее, и тому подобное. Поэтому тут как-то не развернешься. Ну, ладно, 400 кг. Посмотрим, как пойдет. Если пойдет более-менее легко, добавим еще. А если нет, на этом остановимся. 400 кГц. Тело как-то приятно расслаблено. Больше энергии идет не через ноги, а через голову. И главное поднимать в радости. То есть не то, что ты должен поднять вес, а должен как-то вот с радостью поднять его. Вот такие вот вещи. Топоры и клеши. Вес пошел, да? Но не будем злоупотреблять. Закончим этим. Отдохнем. Кстати, раньше была, вот дня два назад, сильная задышка, сейчас намного легче. Заделали. Энергетика побольше прибывает. Это чувствуется. О!
Пошла-поехала. Поехала. Все на этом. 360 килогерц. Весим 400. Тело уже прогрелось. Гораздо лучше пропускает энергию. Четыреста пройдены. 440. Такое впечатление, можно и 500 поднять, 440, ну, как говорится, хватя и будя, не будем злоупотреблять. Начнем с 200, итак, тяга, проверим, ничего там на спине не клинит. Состояние такое расслабленное, то есть особо тонуса нету, все держится чисто на энергетике. Ну и поехали. Здесь немножко чувствуется спазмированная ерунда. 260 килогерц. Испарина пробивается. Испарина пробивается, энергетика прет. Прет, прет, прет. Потянул. 260. Что можно сказать? Организм вошел в рабочий ритм, почувствовал проход энергии, то есть все потихонечку начинает восстанавливаться. Хорошо.
Ну и хватит. Нас не захватит. Будет и хватит, нас не захватит.